Привет. Вот так вот я нахожусь в парке Победы. Такой вот забор необычный. Такие вот трубы разноцветные. А тут замерзла такая вот речушка. Но по ней ходить нельзя. Потому что еще лед не твердый, а хрупкий. Вот такой вот мостик. Вот мостик. Сейчас мы по нем пройдемся. А это вот у нас здание. Это мастер Славль. Вот так вот. А тут такой мостик. Вот он еще один мостик. Тут такие вот туйки растут красивые. Туйки вот. Там и там. Вон еще мостик. Вот она, речка Веселка. Ну, в некоторых местах уже есть лед, а в некоторых нет. Все хрупкие. Вот тут вот лавочки, где можно, когда тепло, посидеть, отдохнуть. Летом здесь прекрасно. А это у нас Лента, торговый центр, он, продуктовый магазин. Лента. Вот он еще один мостик такой. Тут их вот сколько. Раз, два и три. И там еще один четвертый мостик. А впереди у нас еще такой длинный-длинный заборчик. Из труб разноцветных. И желтые, и красные, и белые, и синие, зеленые. Каких только цветов нет труб. Какая красота. У нас не холодно. Все тает. Но еле-еле моросит такой дождик. Моросит. Но он такой мелкий-мелкий, его даже не чувствуете. Вчера был снежочек. Крепенький. Позавчера тоже. А сейчас уже нема. Вон прямо, если вам видно, там уточки плавают. Уточки. Здесь много бывает уточек, особенно летом. А это вот мост через речку Веселка. Сейчас мы по нем пройдемся, и я вам все покажу. Красота. Что-то будет интересное, я вам еще покажу. Такие вот шарики интересненькие. Раньше тут был парк Котофеич, сейчас не знаю, что будет. А тут такие вот качельки интересные. Такие вот интересные качели. Вот он, бывший парк Котофеич. Вот тут уже ничего нет. Лавочки, вон будка осталась. Вот так вот что осталось от него. Будут его восстанавливать в будущем или нет, не знаю. Посмотрим. Вот так вот. Такой вот парк. И еще вон прямо такая вот сцена осталась. И все. Вот так вот что осталось от него. Одни лавочки, такая вот сетка, такие вот строения вон дальше. Освещение. Вот так вот что тут есть. Такой вот парк бывший Котофей. Котофей. А там прямо парк Победы, вон речка. Парк Победы. А тут вот загорожено.
Тут у нас телевизор всегда стоит. Тут вот телевизор. Вот тут. Ну сейчас его нету, убрали. А мы вот идем с вами прямо и подойдем к мосту. И пройдемся по мосту. Я вам его покажу, как обещал. Вон еще такие вот качельки, еще раз вам покажу. Классные, необычные качельки. Такие. А тут вот работники. Снег убирают, лед долбят и посыпают. Такие вот качельки. Выход на лед запрещен. А мы с вами поднимаемся на мост. Такой прекрасный мост через речку. Вот она речка. А это вот у нас прямо. Это у нас микрорайон Париж. Вот такой вот. Дальше. Вот так вот. Спускаемся вниз. Такой прекрасный парк. Вот он такой мост. Там птичка нарисована. А это у нас сделали такую набережную. Набережная такая красивая. Тут уже подготавливают все к Новому году. Вон на деревья вешу такие шарики. И птички поют. Наслаждаемся пением птиц. Какие прекрасные шарики. Красота. Но летом здесь еще прекрасней. Но редко, но иногда увидишь и белочек здесь. Такие вот птички чирикают. А тут еще такая рябина есть. Купаться запрещено. А тут всегда стоит, вот тут на этом месте, пианино, где все желающие могут поиграть на пианино. Вот тут на месте стоит такой вот ларёчек, продает мороженое. Его сейчас нету, убирают. Такая вот штука вон, прямо красивая, светится, как арка. Наподобие арки светится, прям супер. Вот такой вот небольшой парк Победы. А здесь у нас такой красивый памятник Жукова ГК. Участник Курской битвы. Маршал Советского Союза. Четырежды герой Советского Союза. Вот такой памятник. А тут у нас такая вон детская площадка и такая вот как арка светится. Прям красиво, хорошо, прям очень супер. Ну еще все выложат. Еще красиво все попустроят. И будет хорошо прям. А здесь тоже вот солдаты
герой Советского Союза Очков Анатолий Георгиевич, 1923 по 2018. Вот так вот. А тут герой России Копейник Антон Геннадьевич, 1977 по 2020. Вот так вот. А тут не написано ничего. Что за солдат? Вот неизвестный солдат. И здесь тоже вот нету надписи. А здесь есть Сергей, герой Советского Союза, Левин Григорий Тимофеевич, 1917 по 2008. Вот так вот. И тут герой Советского Союза Шелом Цев Николай Григорьевич, 1922 по 2007. Герой России Барковский Владимир Борисович, 1913 по 2003. Герой Советского Союза Троинин Петр Афанасьевич, 1909 по 1978. Герой России Зуев Денис Сергеевич, 1978 по 1999. Герой Советского Союза Хромых Василий Петрович, 1910 по 1979. Герой Советского Союза Тихонов Николай Иванович, 1914-1986. Герой Советского Союза Дукинов Николай Николаевич Гарасович, 1914 по 1998. Герой Советского Союза Зубин Павел Петрович, 1910 по 1944. Герой Советского Союза Бургевич Владимир Васильевич, 1959 по 2000 год. Герой Советского Союза Беседин Николай Федорович, 1922-1989. Герой Советского Союза Филатов Васильевич Романович, 1909-1996. Тут такой герой Советского Союза Москалев Дмитрий Егорович, 1918 по 2001. Герой Советского Союза Денисов Вячеслав Николаевич, 1918-1943.
герой Советского Союза Кононенко Никита Никифорович, 1922 по 2000 год, по 2000 год. Герой Советского Союза Крамчанинов Иван Петрович, 1922-1990. Герой Советского Союза Орлов Александр Игнатьевич, 1918 по 1994. Герой Советского Союза Гусин Николай Максимович, 1922 по 1979. Герой Советского Союза Лиманский Кузьма Архипович, 1919 по 1992. Герой Советского Союза Мазикин Егор Иванович, 1913 по 1992. Вот такие вот герои. Солдаты. А вон прямо у нас через дорогу такая вот звезда и диорама, огненная дуга. А тут делают вот белую. Это как макет Эрмитажа будет. А тут такие вот домики, где будут продавать уличную еду. Или еще что-нибудь, сувениры и так далее. Одна уже будет блинная. А это такая вот сцена, где летом проводятся у нас в Парке Победы танцы, танцы кругу друзей. Вот тут по выходным такая вот летняя площадка. А тут вот такой остров, где можешь что-нибудь купить, перекусить. Такая вот большая деревянная сцена летняя. А это у нас картинная галерея такая вот. Вот такой вот Парк Победы. Все украшают к Новому году. Будет красиво и хорошо. Вот она такая вот красота. Вот. А здесь такой памятник. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вот памятник солдатам. А здесь такая вот уличная еда, где можно что-нибудь купить и перекусить. А тут рядом такой фонтан лев. Только летом работает. Такое красивое дерево, но оно вечером светится. Вот такой вот парк. Вот прямо мы с вами, если пойдем, выйдем на площадь. Такая красивая территория. А тут такой памятник. Бабушка вяжет носочек. Тоже фонтанчик такой. Сейчас вам покажу. Вот она, бабушка. С носочком. Вот красота. А тут такая вот елочка красивая. Вот она, красивая елочка. А вот немножко видно уже площадь. А где все приготавливают к Новому году. Елочка вон она какая
высокая. Все. Но в этом году катка не будет. От него отказались. От катка. Вот так вот украсили площадь к Новому году. Может, еще что-нибудь добавят, не знаю. Какая вот красота. Михаилу Семеновичу Щепкину. Такой памятник. Такая вот часовенка. Все будет гореть. И такая елочка будет светиться, когда ее откроют. Елочка. Зажгут. Такая вот елочка. Красивая. Такая вот территория. Вот такие домики. Здесь все будут продавать. А это у нас вот прямо гостиница «Белгород». В том году была горка в Парке Победы. А в этом году она на площади. Вот такая вот горка. Вот так вот все устанавливают, все делают. К Новому году украшивают Белгород. А здесь памятник. Вечный огонь. Такие вот арочки ставят, украшают. На деревьях такие шарики новогодние. Все красиво. А вон прямо такие желтые шарики тоже будут светиться. Везде все красиво. Тут тоже такая аллея красивая, Арбат. Вот красиво. Такие вот солдаты. Там у нас вон будет тоже светиться. Снеговики и так далее. Но мы туда не пойдем дальше. Такой вот памятник. Такая вот красота. А это у нас Свято-Троицкий бульвар. Вот такой вот Свято-Троицкий бульвар. Такие вот дворы. Ну, я так думаю, что тут... Если правильно я понял, здесь будет вместо этих домов Белый квартал хотят сделать. Вот так вот. А кто еще не подписан, подписываемся на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить прямо увидеть видео. Не стесняемся, присоединяемся. Ставим лайки. А кто хочет меня поддержать, все написано в описании. Заходите, смотрите, кто хочет меня поддержать. Везде по-своему красиво очень. Такая вот погода. Местами снег есть, но большинство он уже тает. Такие вот туйки красивые. Все красиво. Что-то будет еще интересное, расскажу, включусь. Такие вот старые двухэтажные дома. Вот такие вот балкончики уже. Все старое-старое.
такая вот церковь красивая. Супер вот. Красивая. Все. А это у нас такой вот макет. Такой вот церковушки. Вот, ну и плохо видно, но немножко вам покажу. Вот она. Какая. Какой макет. Просто красота. Всем пока-пока, до новых встреч.